Ja, Kopf und Fuß ist da.
комната. Absolutely.
один большой минус у таких сапог. Они портят мне колготки. Я постоянно наклею или скотч, или прикладываю какую-нибудь тряпочку. Они мне немного большие, но подъем высокий, у них не нравится. И вот этот минус еще, который царапает колготки. Мне приходится всегда их заклеивать вот так. Очень удобные, недорогие, мне нравятся. Хотя на улице я вообще ни у кого не встречала. Никто не носит. По крайней мере, я не встречала. А на продаже их нету. Этих размеров 37-38 вообще не найдешь. Остались только такие какие-то 40-е, 41-е, я не знаю. Наверное, это 45-е. Это, наверное, для мужчин. Да, не дешевенькие. Ну, прочные. Я уже в них года 3 хожу, наверное. С набойками.